Итак, всем привет, с вами я, Зазепа. Увы, я приходится мне перезаписывать сейчас эту серию, потому что у меня там что-то со звуком произошло. Боже, боже, блядь. Что со звуком? Ёлки-моталки, целая серия, блин. Так, давай-ка модернизирую арсенал. В принципе, сделаю то, что делаю в первой серии. Мне тут нужно выложить ненужное оружие. Так, допустим, вот этот электропистолет, потому что у меня есть доминатор. Патроны для ПМ еще давай выложу. Так. Ну, в таком случае я возьму еще, может быть... Не знаю, давай, короче, что-то с дробовиком будем решать. Ага. Динамо мне, наверное, потребуется и хил. Так вот, хилу возьму себе побольше. Ну и побольше на шотган, короче, надо брать. Я так думаю. Что это такое? Че, мне экран погас? Надеюсь, у вас там все нормально. Так, ну что еще? Да все, наверное. Так, говорит, у меня получается на двойку. Окей, понял. Здорово. Ох, уже бегут, смотри. Уже бегут. Ёлки-палки, сколько вас тут? Так, у меня энергия закончилась. Я бы еще такой лучше подхилился бы. Нет! Но я выжил. Но я выжил. Я выжил. Ладно, я не знаю, может они так, устанавливаю гол. Отвалят? Двойка. Двойка. Семерка. Девять. Да долго там с ними разбираться? Ноль. Ноль. Все части робота установлены. Что дальше? Процедура саморемонта завершена. Я готова к работе. Дорогой товарищ, позвольте нам образовать пусковую пару. Первая часть пускового кода сгенерирована. Запрашиваю подтверждение идентичности. Первая часть пускового кода сгенерирована. Идентичность кода подтверждена. Произведена смена режима комплекса. Новый режим боевые учения. Кажется, успели. Спасибо, девушки. Спасибо вам, дорогой товарищ. Товарищ Молотов, я прошу, здесь небезопасно. То есть все-таки небезопасно, а говорили, что все в порядке. Имела место небольшая нештатная ситуация, но майор Нечаев, прошу прощения, агент Петри уже совсем справился. Петри. Чем именно он справился? У вас все коридоры залиты кровью. Это не кровь, это краска. Товарищ Сеченов, вы затеяли опасную игру. Здравствуйте, товарищ Молотов. Я вас не понимаю. Прекрасно понимаете, товарищ Сеченов. Ваш локальный технический сбой оказался глобальным. Роботы в боевом режиме. Массовые человеческие жертвы. Мне продолжать? Да, пожалуйста. И прежде всего я хочу знать, откуда у вас такая информация? От Виктора Васильевича Петрова, вашего инженера, выдающегося робототехника и заслуженного гражданина СССР. В прошлом. А теперь он заключенный номер 230385, этапированный на принудительные работы в комплекс Вавилов. По вашему приказу, вы нарушаете законы СССР в должности министра промышленности. Вы знаете, чем это грозит. Постановление генерального прокурора. Предстоящий запуск глобальной нейросети «Коллектив» отменяется!
А вас ждет полномасштабное служебное расследование. Теперь вам все ясно, товарищ Сеченов! Товарищ Молотов, могу я просить вас о личном разговоре наедине? Вы думаете, это что-нибудь изменит? Хорошо! Я жду вас здесь через 15 минут. Встретьте меня на посадочной площадке. Как скажу, дорогой. Всего секунду. Прошу прощения. Идите, идите. А вы, майор, что, не побежите встречать своего хозяина? Он как Штокхаузен торопится. Что-то не так, майор? Майор, я задал вам вопрос. Ну, явно. Заприте здесь. Что происходит? Заприте здесь, я сказал. Ну, короче, что-то там накачали. Веществами, походу. Там котик. Код Шрёдингера. Допустим, код попадает в закрытое пространство, в котором находится счетчик Гейгера. Ну, короче, знаменитая эта вот теория. Таблица Менделеева. О, а я котик. Литий. Радон, остат, полоний. Так, а как бы мне тут лезть? Окей. Иди ко мне. Иду, иду, мать. Так, хоть посмотрю тут, что у вас творится. Я когда записывал первый раз, то я видел все, но зрители-то не видели. А теперь страдаю, перепрохожу. Это скелеты, роботы, я не знаю. Не знаю, я, наверное, все эти яблоки собирать не буду. Ну так. По возможности, что говорится. Псю, демс. Какие-то взрывы у нас тут застывшие во времени. Сюда. Сюда. Эй, улетел. Ладно. Я себе тут, в принципе, целью не ставлю все яблоки эти собрать. Ну так. По чуть-чуть, понемногу. Найди меня, любимый. Вот ищу, мать. А тут, в принципе, и так можно ходить, да? Церкви, подлодки. Чуваку, который весело. И четверки. Я, короче, когда первый раз записывал. Эти ракеты меня там, блин, поскидывали. Пару раз.
Еще приходилось вот так вот сначала начинать. Ну, типа другого пути нету. Я-то думаю, короче, открыл программу для монтажа. Слышу, блин, звука нету в видео. Подумал, что за фигня. А ну вот оно что. Почему-то ABS решил сам, короче, звук отключить. Эй, не надо так. Тут вообще надо очень осторожно. А то произойдет вот такая вот дичь. Ух. Справился. Уже на опыте, потому что. Давай. Сюда. Отлично. Начинаю снимать. 57 яблок собрал, да? Не, 58. Патри, сынок, ты жив? Кажется, жив, жив. Да. Дмитрий Сергеевич, правительственная комиссия погибла. Тут тело товарища Молотова. Что с остальными? Сколько людей его сопровождало? Десятка-полтора? Может, кто-то спасся. Проверьте. А что здесь? Как это случилось? Я ничего не помню. Сюда прорвались роботы. Тебе повезло уцелеть. Дмитрий Сергеевич, все члены госкомиссии здесь, никто не выжил. Прискорбно, но это ничего не меняет. Коллектив должен быть запущен. Совершенно с вами согласен. Но что делать с мертвым членом Политбюро? Выбора у нас немного. Правая, займись. А вы отправляйтесь в радиоцентр и убедитесь, что оборудование правительственной связи обесточено. Слушаюсь, но в Кремле будут ждать отчета от товарища Молотова. Я лично сообщу о случившейся трагедии в Политбюро. Действуйте быстрее, Михаэль. У нас мало времени. Левая, помоги. Да. Как ты, сынок? Я опять не справился. Это задание слишком тяжелое для меня. И не для тебя одного. Жуткий инцидент. Сейчас, короче, тут сюх будет. Медленно, руку. Красивая игра, Куксы. Ничего не скажешь. Я так понимаю, внутри они там как жидкий такой терминатор, да?
А просто вставить вот судьба, да? Желейный мужик. Нормально там его так сключило. Ну, короче, сценка из «Во все тяжкие», походу. Ты зачем его в ванну? Надо было в эту. Что? Пластиковое. Что это было? Ведро. Последняя дань усопшему. Ну, растворила мужика немного. С тем не бывает. У нас проблема. Центральный узел лезет в эфир. Кто-то пытается передать информацию на запад. Кто смог подключиться к узлу? На такой способны только два человека. Вы и Петров? Петров погиб. Я видел его тело. Только тело? А Петров — это прежде всего голова. Но тело было его. Как это возможно? Филатова. Когда твой пособник — нейрохирург уровня доктора Филатовой, такое вполне возможно. Вы отследили сигнал? Петров запутывает потоки, но я уверен, он находится в одном из научных центров. Сынок, ты слышал? Найди его. Действуй. Есть. Крас, с полом. Что это там было внизу? О чем именно вы спрашиваете? Кто перебил госкомиссию, как я выжил? Кто перебил госкомиссию, как я выжил? Не могу ответить на этот вопрос. Вы потеряли сознание. Пошли. Вы? Я нечаянно. Не могу ответить на этот вопрос. Вы потеряли сознание внезапно, словно вас ударили сзади. Ваше сознание отключилось, я вместе с ним. Окей. Второй вопрос. Что это был за монстр из красного полимера? А что это был за монстр из красного полимера? Это нейрополимерный информационный накопитель. Накопитель? Угу. И что он накапливает? Мертвые тела? Шеф сказал, что это была последняя дань усопшего. При чем здесь информация? Этот вопрос нужно задать академику Сеченову. От себя могу лишь сказать, что именно так в свое время погиб профессор Захаров. Охренеть просто. Я был уверен, что полимер безвреден. Ну окей, допустим. Допустим. Найдите Виктора как можно скорее и вернитесь на Челомель. Так будет лучше для всех. Крас. А почему этот монстр, в смысле красный нейрополимерный, кто он там, информационный накопитель, выглядит как человек? Такова была идея академика Сеченова. Он пожелал, чтобы накопитель умел передвигаться самостоятельно. Зачем информационному накопителю ходить? Чтобы случайно удрал и потерялся где-нибудь вместе с важной информацией? Удирать накопитель не станет. Он предан академику Сеченову изначально как близнецы балерины. Когда Дмитрий Сергеевич выпускает накопитель во внешний мир, тот всегда находится рядом с ним. В качестве дополнительной охраны. Чего? Охраны? Он что, тоже может нападать на людей? А как вы думаете, товарищ майор?
Зачем нейрополимерной субстанции, способной в считанные секунды растворить в себе человека, потребовалось умение самостоятельно передвигаться? Ебучий пилип. Есть над чем подумать. Ну-ка. Пенитриговали. Астрологи предсказывают неделю атомного сердца. Количество противников увеличено вдвое. Астрологи, блин. Так, ну слушай, ну тут далеко, короче, ехать, идти, я не знаю, поэтому думаю, какую-нибудь машину короче, найти. То есть, когда академик Сеченов отправляет своих близняшек куда-нибудь по делам, ну, например, со Штокхаузеном, его охраняет этот красный монстр? Как вы понимаете, в отличие от вас, товарищ Штокхаузен не способен самостоятельно добраться в нужную точку предприятия, держащего агрессивными роботами. Ему требуется прикрытие. Это уже по-моему, даже там... без охраны Сеченов не любит. Думаешь, ему угрожают кремлевские завистники? Скорее, кремлевские конкуренты в борьбе за власть над коллективом. Когда ты собираешься подчинить себе весь мир, не стоит удивляться, что появляются желающие отобрать у тебя трон. И это будут очень могущественные желающие. Уж лучше пусть Дмитрий Сергеевич будет генсеком коллектива, чем кто-либо другой. Надеюсь, вы правы. Крас. Как эта сволочь Петров может передать информацию на Запад? На предприятие же введен экстренный протокол. Как вы наверняка обратили внимание, из всех каналов связи с внешним миром один канал все же экстренный. Тихо. Засекреченная линия правительственной связи. Совершенно верно. Этот канал используется лично академиком Сеченовым для связи с Кремлем. Доступа к нему более ни у кого не имеется. Так, а что у меня? Всем привет от бабы Зи. Так медленно. И что задумал предатель Петров? Полагаю, он надеется ввести центральный узел в заблуждение, выдав себя программными средствами за академика Сеченова. Вот сволочь. Я сюда. Так, раз. У Петрова есть реальные шансы обмануть узел? Узел же программировали не идиоты. Наверняка там предусмотрена защита. Ввести в заблуждение центральный узел управления коллективом есть сложнейшая задача. Чтобы добиться своего, Петрову нужно не только значительное количество времени, но и оборудование связи с узлом. И где оно есть, кроме научного центра? Только там, и на борту летающего комплекса «Человей». То есть больше нигде? Отлично. Ну все, Петров, отбегался ты, сволота предательская. Их раз. Что изучает центр Сечин? Радиоволны, товарищ майор. Здесь есть оборудование, которое поможет Петрову вас засечь. Передвигайтесь со стороны. Да, блядь! Тогда вообще... Было приятно работать с вами, майор Петри. Не сожалею, но вас сейчас убьют. Да не переживай, сейчас их позбивают тут на машине. Потому что машина не взорвалась бы. Ёлки-палки. Что тут началось? Не-не-не, надо походу вылазить. Надо копил. Тихо. Смотри, кто там пришел. Ну, я тебя не заметил. Машины увеличивают сенсорный хват. Вы потревожили датчики, майор. Как же я устал от тебя. Нравится? Тихо. Это еще посмотрим. Так, а можно мне, короче, зарядить немного батареи, потому что здесь, судя по всему, этих говнюков много. Вот на туре ебануть. Отлично, полутать. Короче, что там, что-то эти челики там походу на улице тупят. Вы-ка осторожненько. Товарищ майор, Петров где-то неподалеку. Тише. Тише, пока не спалили. Что меня ударило? О, что? Говно, бою. Thank you.
Так, я надеюсь, больше никто ко мне не подходится. Мне тут как бы дверь надо взламывать. Так, вспомнить бы, как это делается. Ага. Так. Так, с этим готово. Так, а что, я это не могу никак повернуть? Enter, мышка, колесико, QE. Так, ну эту справа я взломала. Что с этой непонятной творится? Не понимаю. Ну, каждый раз, короче, когда я записывал первую серию, я на крышу там лазил. Так, и здесь получше облутаю все еще разок. Мне скоро, наверное, здесь этой зарядной установки закончится. Если уже не закончилось. Ёпты. Не-не-не-не-не-не-не, пацаны, я это, тянусь наверх. Давайте, короче, наверху разберем-то. Так, кое-что раз. Ну, давайте по старинке. Килл. В прошлый раз как-то мне веселее это выходило. Проще было. Вован? Вован, не дури. Пожадничал! Зажали в угол! Зажали в угол. Подеройствовал. Ну, в принципе, алгоритм действия понятен. Я, наверное, наверху, когда буду с этими сражаться, завязаю еще раз этот генератор, типа. Ага. Будьте внимательны, майор. Враг поднимает уровень тревоги. Я устал от тебя. Ты думаешь, опять я так не накостыляю? Еще как накостыляю, братан. Давай, подходи. Слушай, ну тут-то было тяжело воевать в узком-то пространстве. Дай-ка хил. Если не возражаешь. Все? Так, в углу мне там только не зажимай. А тебе горбатую твою спину. Это еще посмотрим. Что там, что, хилится или что, понять не могу. Надо, короче, с этими, блин, разбираться тут по максимуму. Так, я готов. Как обычно, по традиции тут подлутать немного.
Надо будет еще первую головоломку сломать там. И идти, наверное, на крышу. Ой, все необходимо. А, слушай, если энергия закончится, я ж могу не только топором, я ж могу еще дробовиком там отстреливаться. Я ж набрал. Мне тут что-то реально как-то слишком уж замного, я тебе скажу так. Так этот стол еще не облутал. Ай, так. Только хильнусь еще разок. Короче, у них там веселуха, походу. Да вот эти гады позбивать. Ладно, пошли взламывать. Ой, бегут еще, смотри, вованы. Что они меня не видят. Вы ж меня не видите? Давай-ка в аккурат, короче, это сделаем. Тут кто-то сзади поддыхался. Давай. Быстро с тобой разберемся. Блин. Внимательней. Да блин. Давай последний. А здесь он не двигается, да? Ну пошли, короче, наверх разберемся там. Еще раз хильнусь. Что ты делаешь, братан? Зачем? Не надо было. Нечаянно мискликнул. Ну что, братва? Как тебе такое? Блин, угол! Угол! Зажали! Бежать! О, боже мой. Ладно, на этом давайте, короче, серию закончим. Продолжим с этого же момента в следующий раз. С вами был Зазепа. Лайк, подписка. Всем пока.